Все же знают поговорку о том, что готовить сани нужно с лета, а телегу с зимы. Она гласит о том, что ко всему нужно готовиться заранее. Ну, насколько это вообще возможно в современных реалиях. Так вот, межсезонье – это отличное время для того, чтобы подготовить свой велосипед к грядущему сезону. Ну или вообще обновить свой велосипед, как это недавно сделал Миша. Я думаю, что вы уже догадались, о чем будет сегодняшнее видео. Да, мы поедем в магазин покупать Мише новый велосипед. Меня зовут Саша, всем привет и поехали. Все, помчали. Поделался. Просто кажется, сейчас это в наше время купить велосипед в России, это уже, знаешь, какой-то челлендж такой. Ну, что-нибудь в смысле не... Ну, он-то и так китайский, правильно, Giant? Ну, что-нибудь прям не явно китайское такое. Началось все того, что я мониторил соцсети. Ну, как мониторил? Сидел в соцсети, смотрел наши. Не буду говорить название запрещенных соцсетей в России. Вот да, видел, надо. Что да, что кто-то купил велосипед. Думаю, проверю-ка я вообще по наличию. Мало ли, но февраль как раз время, когда завозят байки. И оказалось, что есть джайнты в наличии, причем у всех продавцов, как бы в Москве прям большое количество их было. Думаю, ну надо брать. Начал мониторить интернет, оказалось, что в Питере они были подешевле. Потом в итоге удалось торговаться до той же цены в Москве. Вот. А когда дошло дело уже до сделки, то оказалось, что на самом деле наличия-то особо и нет, как обычно. То есть есть официальный представитель, у которого есть на складах велосипеды. А магазины просто выставляют, грубо говоря, свою торговую площадку. Ну вот в итоге нашелся единственный магазин в Москве, у которого я нашел наличие именно в шоуруме. И чудом это оказалась именно моя ростовка. То есть единственная рама в наличии в Москве и именно моей ростовки. Ну и сразу же работа была брошена. Все силы были брошены на то, чтобы максимально быстро добраться до магазина и забрать велосипед. Мощнее тормоз, то есть прям до конца это дожимать не надо, его надо на первой модуляции ловить, потому что он уже в стопор идет. Если подлить его до упора до конца, у вас расширительные бачки, прокладка, которая резиновая, она может просто взорваться. Да? Уже мы испытывали, да. Не первый такой у нас уже сломался, и потом мы не могли найти, пришлось новые ручки покупать, как бы. Слушай, а вот еще я слышал, проблема у 105-й системы есть, у нее вот с левым пистолетом там вроде он так сопливить начинает. Вот вы не сталкивались с подобным? Нет, это вот как раз если начинают бороться с вот этим свободным ходом, как бы уменьшать, и начинают открывать бачок и вот эту резинку мучить, она начинает раздуваться и в итоге потом лопается. То есть ее лучше не открывать просто. Пока работает, нужно пользоваться. Подключайте тогда просто, посмотрите. Еще полуположение спереди работает. То есть получается, чуть-чуть дожимает, и она дает вам на переход уходить. Ну, это и также потом, положение ловить. А потом также на передней. На передней тоже есть. То есть. На заднем полуположении? На переднем тоже есть полуположение, на большой звезде. Вот, видите? Да, да. Угу. И можно дальше уходить в перекос. Угу. Ну, дальше уже нежелательно, больше полукассеты нежелательно. Дальше уже на вторую надо спрашивать. Давайте до конца дойдем. Вот, перескочили. Это я на два раза сразу подожал. Так, а нулевой ПО у нас же входит в стоимость, правда? Да, да. В течение 6 месяцев. Ну, в течение полгода. А на каком пробеге вы лучше делаете? Ну, лучше после фита, как вы сказали, первые там 3-4 тренировки уже трассы. Ну, после 1000 хотя бы, да? Да, да. Ну, даже я бы сказал 500, да. У вас сейчас клещи не клещи. Но тут по-другому, там нужно привыкнуть немножко к гидравлике. То есть тут еще колодки притрутся, за счет этого будет коэффициент уже больше торможения. Раньше схватывает? Да, да.
и жидкость немного разогреется, как бы внутри будет расходиться, она будет дубовее, ручки дубеть. Мне кажется, оно большое будет, или это нормально точно? Да, это нормально, любому сейчас шоссе, а на Тиагре вообще до конца ручки стоят. А как его для перевозки-то разбирать вот с этими интегрированными всеми историями? Лучше просто руль сворачивать. Не, можно вот верхнюю крышку снимаете, вот эти четыре болтика. Да. Здесь центровой винт. Да. Как бы, и можно руль снять, но сюда какую-то заглушку, ну, поставить, чтобы она временно держала вот эти все проставки. А руль снимается прям вот, вот эта часть? Прям сверху, да, да, вот эта часть вся, вот она вот так выдвигается, как бы снимается. Из штока получается, там же карбоновый шток. Да. И как бы на этот шток надо одеть какую-то что-то. Жаль, у меня есть очков. Некоторые сделать. Резинки там наматывают, либо хомут какой-нибудь свой предыдущий, да. Он тяжелее, мои мериты. Тяжелее? 9,2. Да, 9,2. Это ну, с педалями 9,5 получится. А еще бутылочка. Ну, это уже не возимый груз, это не считается. Слушай, 9,2 как-то много для аэро, нет? Ты не узнать, не знаю. Сказал бы. Тут жрать надо меньше, можно побольше скинуть. А как вот, допустим, если в его камеру вставить, вот эти вот штуки, это же... Это не пиля под спецкамерку, их выкручиваете, туда внутрь выдавливаете, то есть надо снять покрытие, да, как бы туда внутрь они выходят, то есть вот это вот выкручиваете, да. И все. Они внутрь выходят, вставляете там туболит или какую-нибудь топовую камеру, или вообще любую камеру, и далее как бы то все вот то же самое. То есть вот это выкручивается штука, да, здесь сюда? Да, 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 полностью ее скручиваете до конца, как бы резьбу. А здесь вместо нее торчит просто обычный сосок этот? Да, а там снутри получается резиновый ложемент, на который прижимается и герметизирует, грубо говоря. Его просто туда выдавливаете, и все, вот это все снимаете в эту сторону, и вставляете на обычную камеру. Поехали в твой новый дом. Мануал. Версия 11. Поздравляю вас с покупкой. Спасибо. А к вам на этот потом? Заранее записался? Нет. Любое, да, в любое время, в принципе, можете приезжать. Сейчас механики работают с 9 до 9. Просто приехать, оставить сюда. Покажите, как там вставлять его, куда это? Потому что сейчас машина будет доставать его. Вставляете, он шпилька в середине, и она защелкивается, получается, вот этим носиком. За эту шпильку, да, да. И вот видите, шпилька, она в нее прям становится. Оп, мимо. Первый раз попал. Во. И все, кнопки не все, да. Даже если сожмутся, вы потом все равно сможете вставить диск. Ну, то есть все уже рабочее. Ну, а потом оно разрушается. Да, да, потом просто вставляете, его закручиваете. Катание, всего хорошего. Всего доброго. Подарочку. Спасибо. До свидания. До свидания. Конечно, его надо еще... В деле использую, поверь, попробовать. Осталось теперь тренить. Это самое сложное. Красиво. По велосипеду. Велосипед Giant Propel, не Propel, не помню, как это точно называется, модель. Аэрорама, ростовка, размер рамы ML, карбоновая, в красном цвете, так он даже не красный, а больше такой, как к оранжевому. Ну, он, я сказал бы, скорее бордовый такой. Ну да, вот он в разном освещении по-разному. То есть интересная такая расцветка, мне очень понравилась. После моего предыдущего скучного велосипеда черного цвета будет что-то такое забавное. Вот, на 105-й системе, полностью на гидравлике. Спереди, что там у него, 52-36, сзади 11-30. Проверим, как это будет в горах, если проверим. Очень надеюсь, что в ближайшее время проверим. Вот, ну, в целом, как бы, то, что хотелось. Я рад. Оси. А, да, на осях. На осях. Не знаю, что там еще добавить по нему. Карбоновые колеса профильные. Они, по-моему, не карбоновые, кстати. Они, по-моему, алюминиевые, что-то мне кажется. Да? Да. Ну, бескамерка, кстати. Бескамерка сразу идет, то есть, с герметиком совсем. То есть, герметик в комплекте, что интересно. Ну, вот, когда заходишь в магазин, то... Прям вот он стоит на входе, ты понимаешь, что кроме него ты не видишь больше никаких велосипедов. Он на входе на тросике стоит, как бы как этот привлекающий экспонат какой-то. О, вот оно. И все. Все другие меркнут. В общем, на нас с
смотрели с завистью все посетители данного магазина. Даже охранник оценил нашу доскал. Парни, это такой только у вас, у Майкла Джексона. Ну, я рад, что ты рад. Поздравляю тебя с покупкой. Да, спасибо большое. Вот такие дела. Кстати, наверное, вы заметили, что у видео немного поменялась картинка. Это потому, что недавно я купил себе новую камеру и решил немного поэкспериментировать с форматом. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Пишите, как вам новый вел, как вам такая картинка. Ставьте лайки, жмите колокольчик и пока-пока.